На футбольном поле сейчас шоу «Полинские рекорды». В очень доброй, веселой обстановке ребята участвуют в различных конкурсах. Идея появилась примерно 10 лет назад. Ну, решили что-то такое сделать, вот какие-то необычные соревнования. В очень доброй, веселой обстановке ребята участвуют в различных конкурсах. Кто дальше кинет самолетик, кто дальше кинет карту, рубашку, прыгнет на скакалке. Я участвовала в рекорде по прыганию на скакалке. Суть этого испытания в том, что у тебя должно хватить дыхания, потому что ты должен еще петь. Сегодня участвую по чеканке. Но для меня это было, честно, сложно. Чеканить 73 раза.